смотрите, пока я уходила, принесли, ну, на стол тут кое-что. И вот это принесли. Я сначала думала чай, потом смотрю, нет, думаю, макать чипсы. Нет, это, оказывается, мексиканский традиционный суп, представляете? Вот такой маленький, мясной. Вкусно? Да, я люблю его. Да? Они, знаешь, попробуем. Я думала кофе. А, точно. Он уходил с кофейника. А я не поняла, что мне сказал сначала. Так, попробуем. Вкусный? Вкусный, да. Да. С манго. Так, друзья, принесли нам спиртное. Вот такой стакан с огурцом. Соль. И внизу, мне кажется, выжатый лимонный сок. Мне кажется. Нет, это, мне кажется, просто лед был. Да? Потом у Лены коктейль с ржавым апельсином. С кровавым. И такосы. У Юли с ананасом. И посмотрите, кость мозговую принесли. Юля, ты видела? Мозговую? Да, это же мозговая кость. Мозг надо вытаскивать и в такос класть. Кружечка, посмотри, посмотри кружечку-то. Ой, какая любимая. Как раз. Ух ты. Так, пиво неплохое, слишком много было соли, я ее убрала. И, оказывается, девочки не знали, почему пиво пьют с соленой рыбой, с солеными орешками. Почему подают, наверное? Ну, подают и пьют. К пиву же всегда подается во что-то соленое. Это для того, чтобы больше пива выпить. Соленое едите, хочется пить. Захотелось пить, раз, пиво под рукой. И его много выпьешь. Чем больше соленого ешь, тем больше пить хочется. Вот поэтому и с соленым всегда подают. И это огурец, что к чему начала вытаскивать. Да убери его, да, все. Супер огурец. Он очень длинный. Заберите огурец, пожалуйста. Мы поели. Он отдал свое. Так, друзья, сегодня у нас был день. Мы скупили все вот такие босоножки. Сланцы, не знаю даже, как их назвать. Потому что мы видео снимаем. Прости. А где есть мини-со пакет? Вон, наверное. Быстрее. И мы почему на них обратили внимание? Вообще у Лены вот эта обувь Мелисса она называется. Она еще в Таиланде ее нашла. И у нее вот несколько вот таких босоножек. Она их носит, говорит, это вообще прекрасная обувь. Нигде не мозолит их, как сланцы можно носить. И это для тех, кто не любит между пальцев, когда заходит, у кого косточки. И вот Юля эти одела, мы вообще обалдели. Посмотрите, как изящно смотрится. Я решила на свою ногу тоже померить. Потому что, знаете, мне захотелось, но у меня размер-то 40-й. И я ведь нашла, там были одна пара 40-го размера, себе тоже взяла. Сейчас я померяю, посмотрите, как на большой ноге тоже смотрится. Классно. Так, там были еще другие расцветочки, но нам что-то в этот раз черные понравились. И вот я даже на себя, представляете, померила. Не смотрите на педикюр, он тут весь облез у нас, потому что везде катаемся на горках, да, аттракционах. И вот смотрите, как тоже классно, даже на моей ноге 40-й размер. Так изящно смотрится. Посмотрите, они резина так классно очень сделаны. Мягкая. Да, смотрите, как они сделаны. Это вечная обувь, вечная. Я не знаю, где-то она есть, там, в других странах. Сейчас посмотрю еще Мелисса. Вот здесь есть в Мексике. В Америке не знаю. Посмотрим. Вот у кого косточки, будет просто незаменимая. И это косточки я сказала. Еще что-то я сказала. Проблема когда. Забыла уже. Ну, впереди там видео я сказала. А ты скажи, что, какие размеры-то только есть. Так, а что-то их надо измерять. Знаешь, что-то не идут так странно. 35-37, как два размера задел. Но у меня 42-40. У тебя 37-39. Нет, у тебя 37-39 на них стоит. А, ну нет, я ориентирую, какой у меня размер. 38,5 у меня. А, ну да, ноги. Имеешь в виду, да. Короче говоря, вот забрали все, потом кому надо, выставим. Может быть, кому-то подойдут вообще. Супер. Всем привет!
Последний день сегодня у нас пребывания в гостях. Вот знаете, иду по поводу, ну надо же, вот какая отделка в этих домах. Это, представляете, вот такой каменный пол, такая сантехника вообще шикарная в санузлах. Ну, очень дорогая, потому что когда вот так дома сдают, ну, согласитесь, всегда или без отделки, или такая самая дешевая. Здесь вообще вот это все камень. Обалдеть. Ой, прекрасно. Все, пока, дорогая Мексика. Прекрасная Мексика. Времени нам не хватило ни на что. Мы ничего не успели, ничего не посмотрели. Хотели много куда съездить, но времени не хватило. Поэтому классно вот так уезжать, что, ой, надо вернуться, потому что ничего не посмотрел. Вот, и вот такие, конечно, полы очень хорошо в таких жарких регионах. Такая прохлада от пола, очень приятно. Слушайте, манго, это во рту тает. Сладкое, сочное, очень вкусное. Хочу вам показать, ну, про сантехнику, которая в ванной, в душевых. Вот тоже это все натуральный камень. Прекрасная сантехника. И смотрите, как интересно сделано. Может, кому-то на заметку. Обычно здесь переключатели воды, да, стоят. И ты подходишь, начинаешь включать, и на тебя начинает душ литься холодный, горячий. И пока ты тут не отрегулируешь, весь вымокнешь. И вот так удобно сделано на другой стороне. Я впервые такое вижу. Ты подходишь к душевой, включаешь воду и ждешь, когда она будет той температуры, которую тебе надо. Чуть потрогал, все понял. Не надо стоять вот под этим душем и там регулировать все. Очень удобно. Это кран для мытья ног, если просто с пляжа пришли, песок смыть. Друзья, все, закончились прекрасные дни. Так жалко уезжать. Очень жалко. Так быстро прошло время. Юля похудела. Вообще шикарно. Очень похудела. Мексика идет всем на пользу. Ну, просто видишь, я бы тоже исхудала, если бы. Физическое питание. Боком повернись. Да. Вообще заметно нам это, да. Даже по брючкам, когда я покупала, была. Да. Я, к сожалению, не похудела, хотя я должна была вообще похудеть. Чуть-чуть. Да? Да, подзагорели. Вот именно. Подзагорели, во-первых, загар всегда тоже делать немножко худее человека. И вот эти босоножки, слушайте, это вообще что-то с чем-то. Да, на моей ноге даже, как они красиво смотрятся. Мне кажется, это не как в апте, но, прикиньте, единственный был такого размера. Вот Лена я показывала. Юля в кроссах. Вообще я просто класс. Не одела, потому что... Ну да, я кроссовки вещи. Переодену, потому что в аэропорту в таких босоножках вдруг чемодан упадет на ногу. Да, классно бы я похудела, если бы не мои эти проблемы. Я бы вообще сейчас в тройняха была. Так, вот я хочу вам показать сумочку, у кого никогда такой не было. Это Guess.
Я, да, вот кроссбоди надо зайти будет вообще в магазин посмотреть. Я тоже отправляла в Екатеринбург, и девочка приходила уже года 4, наверное. Она говорит, с ней только и хожу, у нее немножко другого плана она была. У Юли вот такая сумка была черная, вот именно из такой эко-кожи, так скажем, называемой. И вот такая, она немножко как прорезиненная, что ли, как лакированная. Она, вы знаете, так хорошо носится. Вот у Tommy Hilfiger вот такие сумки из эко-кожи, они очень быстро стираются на углах. Я их не беру. Я беру только тканевые, с плащевки, а из эко-кожи не беру. Ну, они не очень все повели в носки. А вот эти УГС, вот из такого материала, это просто вечные, да. И Юля вот такую сумку, Юля, ты, наверное, лет 6 носила. Просто она ей уже надоела. С Америки она тогда сама привозила, да, наверное, ты вот ездила тогда и купила. Возможно, да. И представляете, она ее минус 30 носила, она нигде у нее никогда не лопнула. В жару, в круглый год. И вот сейчас к Лене приезжаем, какой третий раз, она вот с этой сумочкой. Она бережет хорошую, а с этой ходит. И вот представляете, белая, мало того, она не засаливается. Видите, потому что вот такая, вот видно, да, какая структура материала. И носится отлично, так что имейте в виду, вот такой материал, он прям вечный. Такая фурнитура тут хорошая. Да, тяжелая. В общем, надо будет зайти мне посмотреть такие сумочки. Здесь натуралис и еще какая-то фигня. Да? И слушай, 80 вопросов, да, было? Да. 80 вопросов, представляете, на испанском, да? Микс. В Америке вообще нельзя списывать. Там написано правила перед экзаменом. Нам зачитывали правила. Нельзя общаться между одноклассниками. Контроля. Матиас, что в пятом? Тут как бы общаться. Эти же тут, да? Эти две девочки. Ну ты знаешь, мне папа обещал новый рюкзак скоро купить. Там просто вот там все общаются. Ну тут, видимо, не так, да, строго? Ну скоро у вас начнется. Кому-то там строго. Ну, я думаю, что там, да. Ну, слушай, и сколько раз у вас экзамены вообще вы сдаете в месяц? Раз или в 3 месяца один раз? Я не знаю. А ты, Филипп, сдавал экзамены? Сегодня нет. А ты когда сдавал? А это только нам экзамены, это никакой школы. Это только нам, это типа окончательный экзамен в школе. А, уже перед каникулами? Нет, не перед каникулами, просто там какой-то надо сдать, чтобы типа, потом эта оценка может зависеть от моей будущей школы. Но я уже сдала то, что мне особо переживать нечего. А как твои шансы, как ты написала? Ну, я говорю, наверное, 5 из 80. Ну, это тебе всегда кажется, вот ты все время пишешь хорошо, ну, да, наверное, ведь? 20. Я вообще 20. Уверена, что там очень все плохо. Я вообще ничего не... Ну, в новую школу ты экзамены сдала по показателям выше среднего все. Да, Нелли всегда кажется, что она плохо написала, что... а на самом деле отлично все написано у нее. Как так ты более сильную школу сдала, да, выше среднего, что они с такой радостью... Когда посмотрели твои результаты, на меня такие, ну, что мы можем вам сказать? Только отлично. welcome. Я говорю, спасибо, обняла их такая, говорю, muchísimas gracias. И у Филиппа тоже экзамены сдали, сказали, ну, у вас он, конечно, он очень умный мальчик, очень. Надо ему подтянуть. Просто языки надо. Нет, а, языки, математику. Но, кстати, испанский ты нормально сдал, да, ведь? Он, да, он хорошо их все сдал, у него единственное математику. Но, что для меня было удивительно, он не мог не сдать математику. Он не мог сдать математику, да, плохо, потому что он очень хорошо считает. И я подозреваю, что там он просто на испанском языке не понял задание, и поэтому он посчитал неправильно. Если бы он понял, я уверена, он бы решил все правильно. То есть, да, проблема была немножко в языке, не в... Да, потому что у него по математике с Нелли вообще, да, очень хорошо. Они считают вообще... суперовски. Нелли сегодня даже ночью на английском считала. Да. Юля говорит, что ты села сегодня ночью на кровать и начала загибать пальцы на английском языке считать. One, мы подумали, two, ты деньги пять. Считала. Мы подумали, ты деньги считаешь. Да, которые заработаешь. Какие-то мы там финансовый же план строим, прописали. Вот ты, наверное, по этому финансовому плану сегодня подсчет. Я уже $25 заработала. Молодец. Так, друзья, мы тут пришли в Tommy Hilfiger. Посмотрите, какие кофты шикарные. Вот помери, Юль. Такие цвета просто обалденные. Вообще. Померяешь? Вот
что их только вывесили. Какие тут размеры? И эски есть, и иксы. Ну, не так много. Вот ну, по одной, по две, да. Их всегда по одной, по две вывешивают. Вот это такая красивая, оранжевая. Так, какой цвет? Так, смотрите, это оказались мужские. Ну, мужчины, наверное, в России такое не носят. Вот Юля одела XL. Вот Эльку сейчас следующий цвет померяет. Почему? 100% картон. Это XL. А, угу. Я и думаю, что большое. Да. Это идет на XXL. А висела на рынке. А, ну понятно. Давай следующий. Так, вот смотрите, оранжевый. Элька, ну, в принципе, L. L идет хорошо. Отлично, просто сел. Так, красиво, ну-ка задом повернись. Вот, смотрите, вообще шикарные. Качество изумительное. И зеленый еще. Так, и вот так. Ой, Юля, как тебе красиво. Зеленый мой цвет. Да, так это его поддерни только, чтобы он сел. Как получше плечи. Это на место, чтобы стали. Ага. Так вот. Ага, во-во-во. Офигенные. Обалденные. Тоже хочу померить хоть один. Так, друзья, я тоже не удержалась. Померила вот такую расцветочку. Вот такие красивые. Обалденные. Видите, я повыше, мне рукав получше. Вот, можно загнуть манжетом, вот так сделать. Шикарные. Ага. Вот смотрите, еще полумужские вот такие есть. Красивый цвет. Ага, цвет красивый, зеленый. Угу. По одной штучке всех размеров. От S-ок до XXL, по-моему. Угу. Вообще красивые. Так, и вот такая еще расцветочка. Есть тоже воротник вот такой. Приподними, Юля. Ага, во-во. Вот так вот он. Такой голубо-серый цвет. Угу. Ну, так. Ну, такие есть. Угу, полосочку. Так, потом смотрите, мужские кеды какие классные. Это замша. Угу. Сделано изумительно. Томми, Томми, переверни, Юля, их. Смотрите тут. Это что? Сан-Франциско или Нью-Йорк? А, Нью-Йорк. Вообще супер. Смотрите, как интересно сделано. Вот тут вот. Вот эта вставочка в Томми. Ну-ка, покажи у них цены. Ага, класс. Так, и вот такие мужские. Смотрите, ХБ, нога потеть не будет. Ну, это какой-то большой размер. Так, вот тоже цена у них. Сзади, Юль, пяточку покажи еще. Смотрите, какая прелесть вообще. И подошва еще интересная какая. Угу. Суперовские тоже есть. Друзья, мы зашли в бутик Tommy Hilfiger, и нам очень понравились некоторые вещи. Пока мы на месте, 3 дня будем на этом, то можно заказать будет, мы съездим, выкупим. Все координаты, все контактные телефоны под видео. Заходите, пишите в WhatsApp, на почту, и я вам отвечу.